Глава государства рассказал о реализованных проектах и планах, которые были сформированы 5 лет назад по запросам населения. Они были направлены на повышение уровня жизни населения и благосостояния Республики Южная Осетия в целом. Он подчеркнул один из особо важных моментов – увеличение бюджета республики в 2 раза. Кроме того, одно из главных достижений – проведение резервной линии электропередач, благодаря чему Южная Осетия более не останется обесточенной. Села Цинягарской зоны всегда славились своей сельскохозяйственной продукцией. И Анатолий Бибилов отметил, что руководство республики продолжит оказывать содействие развитию малого и среднего предпринимательства. Глава государства заверил, что впереди еще много планов, направленных на повышение уровня жизни населения Южной Осетии, которые необходимо реализовать. Что касается предвыборной кампании, глава государства отметил, что важно ориентироваться на достижения, на проделанную работу, реализованные планы и цели. В завершении встреч жители задавали президенту волнующие их вопросы. Они, в частности, интересовались улучшением дорожной инфраструктуры и снабжением питьевой водой. На встречах жителей обсуждались с президентом вопросы, которые волнуют местное население. Кроме того, главе государства обращались и с просьбами личного характера и улучшения жилищных условий. Роза Тедеева, Тамерлан Кусраев, информационный выпуск сегодня.